Сегодня у нас 3 июля 2015 года. Вот это поселок Потеряевка. Там вот вдали виднеется детский православный лагерь Стан. Вот. И мы сегодня отправили наших мальчишек пасти коровок с Серёмой и Биробаш. Вот они сейчас их попасли до обеда. Загнали их в воду, в пруд, чтобы они попили коровку, коровки водички. Вот. Ближе. Как они там погонят сейчас сюда. Это у нас вигвам тут, где у нас костер проходит. Едят наши ребятишки. Тимофей, который он там сидит, в полосатой тельняшке, он, как обычно, отдельно от всех. Сам по себе ходит. Собачки с ними. Это наш Шарик ходит там. За все.